Еще раз добрый день. Мы находимся на горе Заговора, фактически. Там, где сын Давида делал заговор против своего отца. И что интересно, здесь недалеко United Nations, Объединенные Нации, имеют свою такую headquarters или гипмиссию. Тоже какого-то рода заговор. А сзади меня, и вы можете увидеть гору Сион, или, можно сказать, еще гора, где был, Давид построил храм. Сегодня там идет споры. Там стоит купол, всем известный, над скалой. Иерусалим. Мы за него молимся. Мы здесь находимся с нашими друзьями. Сегодня же проповедую в одной из общин здесь, в Иерусалиме, у горских евреев из Нальчика. Так что будет очень интересно с ними пообщаться, поговорить. Хорошая команда, хорошие люди. Так что, друзья, молитесь за Иерусалим, за милость, за благость, чтобы никакие заговоры против Божьего народа не устояли.